screen's gonna be big man so big got my new face. Come on, beat this grace. Kill your channel all over the place. Sing it. We will rock you. Команда Hello Юрмала, аплодисменты, дорогие зрители. А сейчас оценки. В этом ничего плохого нету, что делают такие песни, как Queen. Пол Роджерс тоже поет эти песни, так что ничего плохого в этом нету. Но в данный момент на сцене все-таки самые впечатляющие были гитаристы для меня. Я тоже хочу сказать, выбор смелый, но, пардон, неверный. И мне показалось, что, конечно, зал заразился ритмикой. Эта песня имеет настолько сильную, ее мелодика, настолько сильную энергетику, что ее невозможно не заразиться, даже если просто молчать, не петь, и играла бы эта музыка. Поэтому были эти аплодисменты. А если бы мы выключили музыку... А давайте попробуем без музыки. Ну что же вы со мной теперь делаете? Я что попробую. Скажете? Давайте, пару строк. Помогайте мне. Buddy, honey, buddy, man, big nose, playing in the street, gonna be a big man someday, got my on your face, the big disgrace, kicking your can all over the place. Sing it, we will rock you, come on, we спасибо. Заразил. Хорошо, что ты не вирус, а Ярослав из России. В политике такие ходы называют популизмом. Ты уж меня извини, пожалуйста. Смелый выбор, но я по-прежнему остаюсь при своем мнении. И мне показалось... Еще говорят. Мне показалось, что вы с Солярисом на этом концерте решили просто оторваться и подурить, потому что в целом у вас неплохие успехи в этом проекте. Это мое мнение. Спасибо вам большое за объективное мнение. Спасибо. А сейчас госпожа Вильяма. Конечно, устроили шоу классный в конце, как и надо. Но, зная ваш голос, я так сначала там не поняла, или микрофон не включили, что там, может быть, было, да? Потому что, зная ваш голос и возможности, вы можете на полную катушку немножко от этого напряжения, чтобы рок петь, да, вы немножко задерживаете голос, не делаете этого.
Пойте, как вы поете другие песни. Это мое личное мнение. Спасибо вам большое. На самом деле я плохо понял. Не понял, что надо делать. Что вы не поняли? Что задерживать? Задерживать? Да. Вы задерживаете звук, вы не отпускаете его, он не летит у вас. Вы немножко придерживаете его. Но даже при этой манере пения надо его выпускать так же, как когда вы поете там более классические, скажем так, песни. Спасибо. Спасибо. Оценки жюри. Господин Лаубрен. 8, 6, 9.